за пивом, за водкой, не знаю, как и есть, так и буду говорить. Заберу ключи, знаю, что я ничего абсолютно, я даже выйти отсюда не могу. Я заявление от меня должны принять? Я 6 часов находилась здесь в закрытой комнате. Он сам пришел, да. Я в закрытой комнате находилась. Ты что, издеваешься, что ли? Снимет, будет. Товарищ сержант, снимите, пожалуйста. Не перестаньте, как раз. Не имеете права. Вместе останавливайтесь. Да, не втором, не втором. Закончим. Вы меня не сделали. Нет. Я ничего не делаю. Товарищ сержант, снимите, пожалуйста, все ручки. Нет, домой. Оля! Даже в Питере такого не делаешь! Присаживайся в автомобиль. В автомобиль присаживайтесь. Ногу поднимайте. Потом общаемся. Дверь подогрел. Да? Вы сами просили помощи? Да. Полиции. Ну, не бить. Кто его бил? Вы мне скажите. Бьете. Что вы говорите? Что вы не сняли на камеру, когда он в коридоре? Все снято. Ну, давай, открывай, скажи ему спокойно. Как я ему объяснил только что. Вы немножко причинить себе вред. Поедете в МОПБ. Я в МОПБ увидел, хули делать. Понимаете? Не надо материться. Снимите. В отдел приедем и снимем. Снимайте, пожалуйста. Понимаете? А, ну что, не снимайте ничего. Не снимется. Вы себя ведете непристойно. Ну, очень непристойно. А вы что, пристойно? Непристойно, конечно. Где вы сами? Мы предупреждали неоднократно, что матом не надо ругаться. Я не ругался матом. В общественном месте. Снимите, пожалуйста. Пойдем. Сейчас поедем в отдел. Снимите, пожалуйста. Будет протокол перед помещением. Пожалуйста, снимите, пожалуйста. Все. Я вас предупредил. Снимите, пожалуйста. Выходим из автомобиля. Меня сбили. Видеозапись вон ведется. Футболка разорвана. И в автомобиле Футболку разорвали. Видеозапись ведется. Да, ведется. Футболку разорвали. Нет, это мой муж. Объяснение с вас возьмем. Футболку разорвали. Ручки, уберите, пожалуйста, лично. Ручки, пойдем. Пойдемте. Только ваша сфера, блин, не знаю.